короля блюза Биби Кинга проводили в последний путь в городе Индианола, штат Миссисипи. Похороны прошли в баптистской церкви Белгроув. Биби Кинг скончался 14 мая в своем доме в Лас-Вегасе в возрасте 89 лет. Он страдал острой формой диабета. Дочери музыканта Пати Кинг и Карен Уильямс объявили, что их отец был отравлен, и обвинили помощников Кинга в причастности к убийству. Результаты вскрытия станут известны в начале июля. Для всех нас в Индианоле и во всем мире Биби Кинг – легенда, кумир, звезда, артист мирового класса. Но для тех, кто сейчас передо мной сидит, он член семьи, и поэтому мы и весь мир выражаем вам свои глубокие соболезнования. На счету Биби Кинга более 50 альбомов и 15 наград Грэмми. По версии журнала Rolling Stone, Биби Кинг назван одним из 10 величайших гитаристов всех времен.